Здравствуйте, друзья. Я говорил, что у нас в офисе, в классной комнате будет установлена вот эта камера, через которую вы меня видите. Такая серьезная вещь. На стадионах такие, в концертных залах. Вот ваша камера. Тут у меня экран. На экран обычно проецируется. Может быть, вам видно. Тут висит такая здоровенная балда. Проектор. У нас две доски небольшие. И камера так устроена, что либо она показывает всех троих, вот две доски и меня тут, ну, в смысле, с экраном, либо она по точкам бьет. Вот есть точка экран, весь экран выходит, есть точка доска, есть точка вторая доска. И сейчас Сергей сидит у компьютера и так как бы на пульте. Давайте я так пройду к той доске, а он попытается на меня переключить, сейчас мы посмотрим, а я специально вот тряпочкой, бумажкой, салфеткой с водой намоченной буду вытирать доску. Это гораздо лучше, чем химикатами, очень хорошо чисто стирает, но вы, может быть, увидите даже, ой, друзья, это известная всем Анна Леонидовна. Я даже не знаю, вовремя я или нет. Вовремя. Анна Леонидовна всегда вовремя и всегда с нужным. Это, так, сейчас... Развернуть надо. Вот, вы узнаете эту чашечку. Ой, через меня вы все как бы приобщаетесь к компании Apple. Значит, смотрите, я сейчас буду вытирать тряпкой доску, и вы увидите, возможно, такие тонкие детали, как вот чистая доска и не очень чистая. Так. Вот, смотрите, камера пошла за мной, я вижу. Давайте попробуем. Окей. Сегодня, вот я говорю в сторону доски, может быть, вы слышите разницу в звуке. Сегодня я с утра делал видео, когда ехал на работу, о том, что мы ищем преподавателя нового. И вот наш новый преподаватель. Что-то я не вижу, чтобы камера за мной. Вот пошла камера за мной. Наш новый преподаватель вот будет вот здесь, в частности, работать. Давайте мы... Мы там написали welcome, давайте мы напишем вот на этой доске синим фломастером, обращаясь к этому новому преподавателю, все вместе напишем даешь, вот так напишем по-русски, даешь, вот так. И вы в этот момент ставите лайк при просмотре видео, и человек, который хочет стать преподавателем, понимает, что его ждут не только у нас в классной комнате, но вообще ждут на канале и студенты. Видите, опять он на меня перевел, он почувствовал, что я пошел, прям бах, перевел. И там автоматически система, значит, переходит, как сиденье в автомобиле, знаете, с одного водителя на другого, так вот, автоматически. Вот так у нас все получилось. Так что, друзья, это наша первая, но не последняя трансляция из этой классной комнаты, с этой замечательной камерой. Вот вам, наверное, не видно, но если Сергей сможет показать, вот тут. У нас есть микрофон. Вот тут. Не знаю, очочками покажу. Вот он. Вот он над моей головой микрофон. Вот он. Он такой еще, знаете... Да, вот камера пошла. Он такой направленный. Вот так направлен. Даже не столько на меня, сколько вот сюда. Потому что преподаватель, когда за компьютером сидит и на экране все это показывает, преподаватель... Оттуда говорит, поэтому вот так это все спозиционировано. Мы тестировали с шумом. Мы приглашали людей, которые делали шум. Завтра первое боевое крещение. Завтра будет урок по веб-драйверу на Java. И вот будем записывать с помощью этого устройства. Ну, не могу сказать, что всем покажем, но студенты точно увидят. Счастливо!